В Красноярский край вернулся мамонтенок Женя. Останки древнего животного были обнаружены в 2012 году в Таймырской тундре. Общий вес находки составил около 700 килограммов. Обнаружил мамонтенка 11-летний ненецкий мальчик Евгений Салендер. Подобных находок, столь крупных и с хорошо сохранившимися тканями, не было с 1901 года. Неофициально этого мамонта назвали Женей в честь первооткрывателя. Над тушей древнего животного более 2 лет работала команда таксидермистов и реставраторов Зоологического музея Российской академии наук в Санкт-Петербурге. После тщательного изучения мамонта из него смонтировали скелет и изготовили чучело. Теперь экспонат вернулся на родину и представлен в Краеведческом музее. По мнению властей, он приумножит туристический интерес к Таймыру.